Для того, чтобы укрепить корзину ригелином, необходимо положить ригелин на ряд и продолжить вязание. Таким образом, вы будете обвязывать ригелин снаружи. Не обязательно в каждый ряд изделия вкладывать ригелин. Моя корзинка высотой 10 рядов, из них 3 ряда я укрепила ригелином. После того, как вы ввязали ригелин в ряд, можно руками придать ему необходимую, нужную форму. У меня это форма квадрата. Получается вот так.